Привет всем моим друзьям и подписчикам. Сегодня я расскажу кратенько про две помады. Матовое превосходство от Avon, значит, первая вот такая. Vibrant Melon. Я хочу вас предостеречь, она немножко плешивит. И оценочку я бы ей на 4, даже на 3 с минусом дала. Как она смотрится на губах. На губах. Издалека, кстати, это все не так видно. Вот если присмотреться ближе, то видно, что она затекает в складочки, но она не сушит губы. Единственный ее плюс, пожалуй. В общем, вот она. Не советовала бы. А вот это вот я попробовала, решила взять вторую на пробу. Мау Матерс. Она классная, сводч я тоже вставлю. Так вот выглядит, она очень приятно пахнет, хорошо ложится. Даже в один слой. Дает идеальное матовое покрытие. Она мне понравилась. Очень понравилась. И сводч я вставлю. Как она смотрится на губах. А теперь давайте немножко пройдемся по каталогу. Посмотрим, что интересного есть. Матовые, сатиновые, мерцающие. Очень много здесь всяких помад. Для волос я не буду сильно заострять внимание на продукции. Кстати, вот этот вкусно тоже пахнет слоем. Здесь цены снижены немножко. Такие кольца. Сладковат по мне. Attraction. Женский. Как всегда, Tomorrow, Always, Today. Прима с кедром. Здесь, значит, что у нас? Роза, кедр, слива. Кедр отчетливо слышится и немножко сливы. В общем, приятный аромат и, главное, стойкий. Его бы я могла посоветовать. У меня есть в пробнике. Полную версию я пока не стала покупать. Кстати, Персив Оазис какой-то появился новый. Тоже вкусный. Soft Mask. Тоже очень вкусный. Здесь мускус. Водяная лилия и ваниль. Ну, вкусный, да, вкусный. Но напоминает аромат, который у них был уже. Но так ничего. В принципе. Love тоже вкусный. Для мужчин. Вот эта тушь классная. Остальное. Здесь все, что вы знаете. Вот лаки. Здесь люкс, вот такие вот сумочки. Симпатичные, кстати, вот сережки типа Dior. Такие, такая сумочка тоже приятная, в общем-то. Это что-то наподобие было уже у них.
Вот это летнее интересное. Я потом еще кое-что покажу, что у них есть очень, что мне приглянулось. Роскошный аромат. NU Essential. Восстанавливающая. Омолаживающая сыворотка для лица. Новинка. NU. Я не буду прям подробно рассказывать, потому что продукция из каталога в каталог практически одна и та же. Ничем не отличается. Но этот каталог мне нравится. Он очень милый, весенний. Здесь для любого возраста можно подобрать себе что-то. С ананасом. Честно говоря, не вдохновили меня эти ароматы. Поэтому не буду сильно на них заострять внимание. Эти, кстати, помады неплохие. Я как-то о них уже говорила. Очень стойкие. Для детей, если что-то хотите. Для волос то же самое. Весна идет. Вот это вкусно пахнет. Боли антистресс. Между прочим, здесь новинка. Ну, классная, мне нравится запах. Skin So Soft. Бразилия, это тоже очень вкусно пахнет. И спрей, и крем для тела. Для интимной гигиены. Вот эта серия для ног интересная. Здесь всякие крема. Здесь тоже оформлено, кстати, все очень интересно. Сияние с розой. Шампуни. Гармония. Ой, знаете что? Пахнет даже очень свежо. Очень свежо. Мне нравится. И литр очень. Пол-литра, да? 500 миллилитров. Вот этот приторноват, но тоже хороший. Такие большие бадьи. Спорт. Здесь для занятия спортом. Баня. Кстати, для мужчины всевозможные.